Все относительно. Зависит от времени и места. Любовь и дружба. Жизнь и смерть. Влад отвел меня к Моне под дулом пистолета. В водке, а потом у Винни не вышло. Но в третий раз ты не уйдешь. Мы не можем его провести. Башка в двери застревает. Оставьте Винни в аттракционе. Ему там самое место. Я скоро им займусь. Смешно, правда? Что? Втрескался в киллершу, которая работает на убийцу твоей семьи. Любовь зла. Все субъективно. Правильное, неправильное, добро и зло. Уоден запугивал окружного прокурора, послал ему данные на проект Вальгалла. А поплатилась твоя семья. Мона вроде меня, только за Уодена убивает моих союзников. Ну и что смешного? Прости, но ты же сам понимаешь. Ты бы этого так не оставил. Эйнштейн был прав. Время зависит от положения наблюдателя. Под дулом пистолета оно замедляется. Мимо проходит вся жизнь, все разочарования. В эту долю секунды ты можешь прожить целую жизнь. Кроме того, джентльмен всегда мстит за оскорбления, нанесенные его даме. Ты же убил Уинтерсон. Во сне я был невидимым призраком, летающим возле моего собственного тела. Детектив Пейн, босс уже здесь и ждет вас внутри. Надеюсь, вы еще не завтракали? Зрелище отвратительное. Убийство в пылу страсти. Дело как раз для тебя, Пейн. Только ты сможешь его раскрыть. Пуля в голову. Убийца ищет ответ, но не там, где надо. Он должен искать ответ в своей собственной голове. Подозреваемый готов для опознания. Поторопись, Пейн, или упустишь его. Сердце остановилось. Проклятие. Мы его теряем. 6 миллиграммов надежды. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Еще раз. 300. 300. Заряд. Чисто. Чисто. Ничего. Доктор. Так, еще раз. 350. Заряд. Чисто. Чисто. Снова ничего. Мы его потеряли. Время смерти 2:30. Полиция Нью-Йорка, бросить оружие. Ну и что ты будешь делать, парень? Если присмотреться, мы все в чем-то виновны. Меня подставили. Пожалуйста, не убивай меня! Не убивай меня! Ты победил! Победил! Забирай всю торговлю оружием! Забирай все! Только отпусти меня! Не убивай! Отпусти меня! Уинсон, мой дорогой друг, давай поиграем в игру. Ты же любишь игры, правда? Игра очень простая. За каждый правильный ответ я буду снимать с твоей головы часть взрывчатки. Правильно ответишь на все, ты свободен. Ну что, идет? Ладно, ладно. И раз уж ты в этом костюме, все вопросы будут связаны с твоей любимой телепередачей. Хорошо. Готов? Первый вопрос. Как зовут главного злодея в приключениях капитана бейсбольная бита? Демон Максвелла! Демон Максвелла! Проще простого! Молодец, Винсент! А теперь, как я и обещал... Поздравляю! Я снял половину бомбы. Еще один правильный ответ, и ты свободен. Все хорошо, я справлюсь. И что за вопрос? Кто истинный создатель демона Максвелла?
Доктор Энтропия, конечно. Нет, подожди. Что ты имеешь в виду? Истинный сценарист Сэмми Уотерс. Впечатляет, Винс. Но, к сожалению, ответ неправильный. Истинный создатель демона Максвелла – Джеймс Клерк Максвелл, британский физик 19 века. Нечестно! Эй, дай мне еще один шанс. Винни, Винсент, я бы рад. Но правило есть правило. Нет, пожалуйста, нет! Не убивай меня! Не убивай меня, пожалуйста! Никаких обид. Еще не поздно, дорогая. Присоединяйся ко мне, и я все прощу. Из нас выйдет чудная пара. Я король, а ты можешь стать моей королевой. Держи карман, Ши. Видишь, ты всего лишь однорукий бандит. Убейте ее! Убейте эту сучку! У тебя ничего не выйдет. Меня привела сюда пуля в моей голове. Макс, очнись. Просыпайся. Она была прекрасна. И я ее ненавидел за свою слабость. Наконец, оказавшись с ней, я не хотел спешить с расспросами. Как ты? Влад отправился в особняк Уодена. Но куда ты пойдешь? Не глупи, ты и так едва жив. Плевать. Это наши внутренние распри, Макс. Плюнь на них. Пожалуйста. Спастись – это не для меня. Хэппи-энда не будет. Ты идешь со мной. Поздно. Я не мог ей доверять, пока не закончу дело.